Открываем известные барнаульские паблики ВКонтакте. Здесь довольно часто размещаются посты с жалобами на общественный транспорт. Например, вот самый свежий. Общественники обратились в прокуратуру по поводу работы трех городских маршрутов. Номер 1, 24 и 10. Пассажиры вынуждены ждать от 20 минут до часа, либо ехать с пересадкой. А некоторые барнаульцы жалуются на то, что уехать вечером почти невозможно вообще на любом транспорте. При этом в вечернее время люди не могут уехать не только из отдаленных районов города, но и из центра. Барнаульцы говорят, нередко автобусы просто проезжают мимо, вместо того, чтобы сделать положенную остановку. Десятка очень редко ходит. На Восточном живу, график разный, очень бывает сложно дождаться автобуса. На самом деле сейчас транспорт стало намного хуже, автобусы. Особенно вечером, после 8 вечера вообще проблемно уехать. По любым направлениям, причем общественный транспорт стал заметно хуже. В комитете по дорожному хозяйству сказали, что центр «Транс» занимается расписанием маршрутов. Согласно ему, последние автобусы выходят на линию примерно в 22 часа. После, грубо говоря, 8 часов вечера большая часть автобусов сходит с линии, потому что они обеспечили утренний пик, то есть вывоз людей к местам работы, учебы именно утром. В вечернее время остается процентов 20 автобусов, которые вот именно с увеличенным интервалом заканчивают работу. Чиновники объяснили, что летом количество городских автобусов уменьшается из-за дачного пассажиропотока. Часть из машин выходит на пригород. В холодное время года провалы в расписании объяснили поломками. При этом покупать дополнительные автобусы не планируют, как и увеличивать количество маршруток в вечернее время. По словам представителя дорожного комитета, это экономически невыгодно. До 23:30 ходят только трамваи и троллейбусы. А если вам этот транспорт не подходит, добирайтесь до дома пешком или на такси. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком.